Главный тренер сборной команды МГПУ Несмелов Александр. Сыграли уже две игры. Как оцениваете подготовку команд? Слабая подготовка. Пока ничего не получается. Какие основные ошибки вынесли из прошлой игры и удалось ли их исправить в сегодняшнем матче? Ну, ошибок было много. Вот, перечислять их всех смысла нет. Какие-то исправили, но кардинальная игра поменялась. Насколько сильно оценивали сегодняшнего соперника? Ну, мы всех соперников стараемся оценивать хорошо. Тут таких команд слабых, проходных пока у нас не было. Хорошо. В том числе сегодняшних. Спасибо за интервью. Спасибо. Удачи в дальнейших.